дорогие друзья, пройдет несколько минут, и бой кремлевских курантов возвестит нам, что 1996 год завершился. Он был полон волнений и надежд. Он принес нам и радости, и огорчения. Он был нелегким, но очень важным для нас, для России. Я благодарен вам за то, что вы поверили мне и поддержали на президентских выборах. Я благодарен вам за то, что своим личным участием помогли мне победить недуг. Считаю своим долгом, делом ответить на вашу поддержку, на ваше доверие. Самое важное для меня в новом году добиться, чтобы жизнь россиян стала лучше и спокойнее, чтобы прекратились задержки пенсий и зарплат, чтобы в нашей стране, наконец, был порядок. Верю, что наступающий год станет в России годом согласия и примирения. У нас одна страна, одна Россия. Здесь жить нам, нашим детям и внукам. Мы все хотим жить в мире и согласии. Ради этого нам надо уйти от распри и ссор. Пусть они останутся в уходящем году. По доброй традиции Новый год считается семейным праздником. В этом году я вновь смог убедиться, как много значит семья в жизни человека. Когда в семье царит мир и согласие, легче преодолевать любые трудности и невзгоды. Дорогие сограждане, здоровья, счастья и добра вам в новом году. Пусть в новом году сбудутся наши надежды. С праздником, дорогие друзья! С Новым годом! Я здесь все закончу.